Авиакатастрофа в районе села Ростовка. Потерпел крушение частный самолет. Пострадали 4 человека, погибших нет. С места события Сергей Журавлев. Вчера в районе 7 часов вечера недалеко от села Ростовка потерпел крушение частный спортивно-тренировочный самолет, на борту которого находилось 3 пассажира и пилот. По словам транспортного прокурора области Аблаева Ордабаева, самолет не получал разрешения на взлет, но несмотря на это выехал на взлетную полосу и при разгоне перед взлетом перевернулся. По данному факту Карагандинской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 295, часть 4. Это за нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас следствием проводятся необходимые следственные действия, и в ходе следствия будут выясняться причины случившегося. Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу Темиртау. Позже один из них по личной просьбе был переведен в областной медицинский центр Караганды. Двое пострадавших находятся в травматологии, а один в нейрохирургии. Пострадавшие были с черепно-мозговыми травмами и различные травмы скелетные. Состояние стабильное на данный момент. По словам медикам, все пострадавшие поступили в среднем состоянии и на данный момент категорически отказываются общаться с кем-либо, кроме докторов и родственников. На данный момент состояние больных стабильно, их жизни ничего не угрожает. Сергей Журавлев, Жаслан Амандыков, Марат Культенов, Первый Карагандинский.